Все взгляд тут на меня смотрит. Так, поговорим сегодня о празднике, который называется День смеха, либо День дурака, который появился недавно, то есть не как недавно, уже старый праздник. Ну, это всемирный праздник. Отмечается 1 апреля во многих других странах. Во время, ну, этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых. Или просто подшучивать над ними. Этот праздник традиционный в таких странах, как Новая Зеландия, Индия, Великобритания, Австралия и Южная Африка. Так. Возраст устраивается около дополудня. Называют тех, кто шутит, кто после шутит после этого времени апрельским дураком. Главное празднование в СНГ для дурака и юмора, то есть проходит в городах Одессе, апреля. Ну, сейчас не знаю, но там просто идет войнуха. То есть не в самой Одессе, а гражданская война, то есть. Ну, в этот же день фестиваль проходит в Болгарской столице юмора. Храброго. Извините, сразу же неправильно назвал столицу. Который там находится первым массовым первоапрельским розыгрышем, состоялся в Москве в 1703 году. Ну там лошадки ходили по улицам и приглашаю всех пройти на неслыханное представление от зрителей, от боя не было, а когда в назначенный час расходился занавес, то есть распахнулся занавес, и все увидели на подмостках плотница с надписью 1 апреля, никому не верю.
И отсюда пошла это весь апрель никому не верил. На этом неслыханном празднике представление в то время заключилось, ну, то есть закончилось, чуть-чуть неправильно произнес. Так, в произведениях многих писателей и поэтов в конце 18 века появились строчки про первоапрельские розыгрыши. Например, Пушкин писал в письме «Дяде Берегу» октябрь-ноябрь 1825 года. Вы сами можете посмотреть, какие, пройдя найти, набрать 1 апреля, сделать смех это и прочитать историю того праздника. Ну, этот праздник 1 апреля, он с большим успехом отмечается в России и в Германии, и во Франции, и также на Востоке. Называют Днем Смеха и а в других Днем Дурака. Без разницы, как его называть из двух вариантов. Но суть от этого меняется. Этого праздника. Ну, я расскажу про приколы, какие можно устроить на 1 апреля, если хотите. Ну так, если хотите прикол, то сейчас найдите. Дети, либо взрослые. Прикалываться можно над женой, если вы женаты на женщине, либо дети можете прикалываться над папой или мамой, если я вам один прикол скажу. Почему вы не устроите хороший прикол для ваших родителей или жены? В общем, для этого пустую пачку из-под стирального порошка, желательно известного марки, следует насыпать сухого детской смеси и один чудесный момент, нужно достать пачку из сумки и воспользоваться ложкой вкусно перекусить содержимое. Внимание зрителей обеспечено. А если вы любите экстремальные приколы, либо хотите прикольнуться за десертом, то это шутка для вас, которую я предложу вам пошутить. Для розыгрыша нужно купить хлопушку и
Их следует хорошенько привязать к дверной ручке и перилом. После этого позвонить в дверную и очень быстро убежать. Ну, то есть позвонить. С этого позвоню в дверь, то есть это звонок. И очень быстро убежать после этого. А если вы рядом живете, то хватит его быстро. Смешно даже представить, как сосед сидит, затаившись под дверью. А через каждые 5 минут выбегает в надежде поймать хулиганов. Идеально наблюдать за розыгрышем в других глазках, ну, то есть в 12 глазок. И если это будет сосед напротив, а если вы любите очень кому-то позвонить, то это прикол для вас. Или просто для того, кто хочет позвонить. Позвоните любому номеру и предупредите, что бы не отвечали, чтобы не отвечали на звонок в течение 10 минут. Обязательно эту тему, что телефонист может ударить током, но будет работать на линии. По истечении 10 минут снова позвоните, если трубку поднимут, то нужно издать самый странный вопль. Реакция их будет очень впечатляющей. Впечатляющей. И все. Я сказал 3 прикола. Надеюсь, вы на 1 апреля ими воспользуетесь, как советом, как надо шутить. Либо сделайте эти же 3 совета, если не знаете, что еще сделать. На 1 апреля лучше не переступать рамки закона с приколами, как на грани будет 1 прикол есть. На грани нарушения закона лучше им не пользоваться, если вы несовершеннолетний. Даже не рекомендуется взрослым. Итак, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И шутите. Спасибо тем, кто подписан на меня сейчас. И
Удачи всем 1 апреля. Всем пока.